Всем привет, друзья! Сейчас я расскажу вам о том, как получить первую тыкву в игре Entry Point. Так, у нас сейчас хэллоуиновский ивент. Мы, собирая тыквы, можем получать аксессуары. Давайте начнем. Чтобы найти первую тыкву, мы должны зайти вот в эту миссию. У тех, кто только начал играть, после создания персонажа, как раз таки и начнется эта миссия. Мы не должны ее пропускать. Если мы выйдем или нас убьют, то вам не засчитается тыква. Поэтому старайтесь проходить каждую миссию. Завтра будет в новом месте тыква. Нажимаем обязательно Start Chapter, иначе мы не найдем тыкву. Мы просто быстро проходим, выполняем все задачи. Самое главное — найти тыкву. Лучше не задерживаться. Нас просят крикнуть. Стреляет дверь. Первая тыква. Чтобы забрать тыкву, мы должны в нее выстрелить. Стреляем. Есть. Теперь мы должны установить C4. Отходим. Взрываем С4 на кнопку 6. Забираем дрель. Сейчас приедет полиция. Просверливаем дверь. Забираем ключ-карту. Открываем дверь. И уходим. Я надеюсь, что вы все поняли. И завтра будет новый ролик о том, как найти вторую тыкву. Всем пока!